же я устала мыть посуду. Ой, Дэрил, меня тошнит. Клара, с тобой все в порядке? Мне надо прийти в себя. Проверю на всякий случай. Ура! Я беременна! Ой, а где Дэрил? Отдавай свою сумку! Пожалуйста, помогите мне! С тобой все в порядке? Меня ограбили! Стоять! Отдавай сумочку! Ой, извините, я больше так не буду! Вот ваша сумочка. Меня зовут Клементина. А меня Дэрил. Пойдем поедим. Ты такая красивая. А ты мой спаситель. Так вот ты где, Дэрил. Я беременна. Клара, что ты тут делаешь? Уходи, я больше не хочу тебя видеть. И ребенка оставь себе. Какая я несчастная. Хочу кушать. Надо купить себе что-нибудь. Куплю рис. Эта девушка украла продукты! Стоять! Вы должны заплатить за это! У меня нет денег. Я заплачу за нее, офицер. Спасибо большое. Я Клара. А меня зовут Мона. Держи продукты. Ура! Мир не без добрых людей. Теперь я могу поесть. Ой, все еще тошно. Нужно позавтракать. Эх, пора за работу. Надо тебя приодеть. Спасибо, просто шикарно. Вот, другое дело. Теперь мне не будет стыдно за то, что я с тобой. Я просто красавчик. Ой, смотри, это твоя бывшая. Моет полы. Она такая бедная. И вы тут. Я самая несчастная. Клара, ты хорошо поработала. Вот твоя зарплата. Спасибо. Ждем тебя завтра. Дайте одну пиццу. Вот ваш заказ. Спасибо огромное. Какая вкуснятина! Ой, опять тошнит. Надо в больницу. Ложитесь на кушетку. Надо принять роды. У вас тройня. Какие вы все милашки. Это будет непросто. Пойдем, кажется, она родила. Клара, мы забираем ребенка. Какого? Вот этого. Счастливо оставаться. Как несправедливо. К сожалению, вам уже пора уходить. Все равно спасибо вам. Что же мне теперь делать? Я ни за что не прокормлю двух детей. Придется одного отдать кому-то. Мона была очень доброй. Она позаботится о ребенке. Ага. Оставлю ребенка ей. Привет, дорогой. Кто-то стучится. Это малыш. Кто-то оставил его нам. Мы будем заботиться о малышке. Я купила вам все самое необходимое. Спасибо тебе. Малыша надо покормить. Теперь это твой дом. Почему она постоянно плачет? Она еще малышка. Подержи ее. Надо смешать для нее смесь. Раздражаешь меня. Не хочу тобой заниматься. Ой, Дэрил идет. Ты такая хорошая мама, Клементина. Агата, я тебя очень люблю. Засыпай, моя дорогая. Он ее любит больше, чем меня. Эх, приходится ходить на работу с малышкой. Купим Саре самую красивую одежду. Она будет настоящей красоткой. Ох, как я рада, что у нас появилась Сара. Мне нравится о ней заботиться.
Еще, еще больше игрушек для Сары. Как же ей повезло с вами. Достал уже этот ребенок. Надо его переодеть. Тебе нужна еще глупая шапка. Вот так сойдет. Он спит, пока я слежу за его дурацким ребенком. Дорогая, ты уже вернулась. Отдохни, а я присмотрю за Агатой. Какая у тебя милая шапочка. Ложись спать, доченька. Полли, у меня нет денег на одежду и игрушки. Но я могу тебе связать котика. Ох, как же я устала. Посплю в спальнике. Сара, я тебя так люблю. Пора спать. Опять ребенок шумит. Хочу кушать. Вот тебе рыба, сырая. Фу, невкусно. Опять балуешься. Хочу кушать. Вот твой шикарный завтрак. Дай, дай, хочу. Только не торопись. Моя малышка уже проснулась. Давай я поиграю с тобой. Кажется, Поле нравится рисовать. Я вижу, вы с ребенком. Купите малышке что-нибудь вкусное. Спасибо большое. Всегда рад помочь. Пойдем, Поле, купим тебе лимонад. Дайте одну порцию, пожалуйста. Спасибо. Ой, не отвлекай меня. Мне нужно следить за ребенком. Ладно, расскажи, что там у тебя. Квашечка! Малышка, что ты тут делаешь одна? Пойдем поищем твоих родителей. Это не ваш малыш? Да, Сара! Спасибо, что нашли ее. С днем рождения, доченька. Мы тебя очень любим, Сара. Спасибо вам! Я так счастлива! Пойдемте на батут. А теперь танцуем! Это мой самый лучший день рождения! Торт просто вкуснятина! Мы так рады, что тебе понравилось! Агата, с днем рождения! Папочка, спасибо! Я тебя очень люблю. Я тебе дарю этого котенка. Заботься о нем и люби его. Да, я так счастлива! Короче, с днем рождения! Какая ты глупая! Снова рыба! Но почему вы всегда ссоритесь? Ой, живая статуя. Неплохая идея. Тоже попробую так заработать. Как ты красиво поешь. Вот тебе деньги. Пойдем, Полли. Сегодня твой день рождения. Ура, как весело. Сегодня ты можешь развлекаться. Давай купим тебе вот эти ушки. Выглядит просто замечательно. Мне так нравится. Дайте нам самое вкусное мороженое. Ура, мороженое! Мама, это самый лучший день рождения. Хватит об меня тереться, глупый кот. Ешь яичницу. Ах так, ну все. Больше не хочу видеть тебя дома. Кто-то выбросил котика. Видимо, он потерялся. Ага. Где же мой Пушистик? Ура, Пушистик, ты нашелся! Какой милый у тебя котик. Пойдем отведем его к ветеринару. Сейчас поставим все прививки. Теперь котику ничего не угрожает. Мы еще его и покормим. Спасибо вам большое. Вам не кажется, мы похожи? Да, прямо как сестры.
Наверное, мы и есть сестры. Ага. Мама мне рассказывала, что у меня есть две сестры. Ура! Мы нашли друг друга! Неужели началось? Мэм, помощь уже рядом. Вы справитесь. Ага. Поздравляю, у вас 6 девочек. Доктор, позаботьтесь о них. Постойте, не улетайте. Я всегда мечтала о дочке. Вы не против, доктор? Я позабочусь об этой девочке. Ага. О, какая же она милая. Малышка, готова веселиться? Этой девочке нужна заботливая мама. Детка, мы будем счастливы. Миссия выполнена. У всех детей есть родители. Кайли, вот мы и дома. Тебе здесь понравится. Но для начала вкусный обед. Приятного аппетита. Кошмарной ночи, Мэри. Ты проголодалась? Попробуй эту вкусную кашу. О, какая ты клыкастая. Полик, у тебя будет самая уютная кроватка. Волшебных снов, малышка. Пенни, у мамы важные дела? Смотри, учись, детка. Сможешь повторить? О, какая милашка. Она прелесть. Это моя дочка, и она будущая звезда. Быть мамой так интересно. Добро пожаловать домой, Энни. Ты любишь книги? Тогда слушай. Жила-была принцесса. Малышка, ты станешь самой умной. Джейн, пора спать. Тебе надо набраться сил. Ага. Ведь завтра новый радужный день. Вау! О, такого я еще не видела. Кажется, это ключик от сокровищ. Вау! Вау! Волшебная палочка. Попробуем. Крекс, пекс, мекс. Ю-ху! Получилось. Мне здесь нравится. Я морская повелительница. Дорогая, время обеда. Самые вкусные витамины. Это полезно для клыков. Хочешь поиграть? Тогда держись крепче. Мэри, чем займемся дальше? Доброе утро, Полли. Что у нас сегодня на завтрак? Я об этом позабочусь. Хлеб – неплохая добыча. Кто здесь? О, только бы не попасться. Хм, странно, здесь был хлеб. Полли, это все ради тебя. Дорогая, приятного аппетита. Я знала, что тебе понравится. Пенни, танцы – это жизнь. Готова стать звездой? Тогда тебе нужно тренироваться. Малышка, повторяй за мной. Устроим вкусный перерыв. Чем больше молока, тем лучше танцы. Энни, что случилось? Почему ты плачешь? Кажется, я знаю, что делать. В одном королевстве жила колдунья. Книги – лучшее развлечение для ребенка. Джейн, где ты? Остановись, это опасно. Бассейн не для малышей. Хм, ты любишь воду? Тогда у меня есть идея. Только посмотри, как здесь весело. А главное, безопасно. Малышка, ты чудо. Джейн, хочешь построить самый высокий замок? А я пока приготовлю лимонад. Вкусно. Малышка, опять ты за свое. Мама спасет тебя. Ты в порядке? Вау, ты русалка? Очень голодная русалка. Угощайся.
Мне нравится. Сейчас вернусь. Ей. Ты просто обязана это попробовать. Объеденье? Куда же ты? Моей новой подруге это понравится. Это тебе? Вау! Вау! Морской бриллиант! Детка, увидимся вечером. А вот и вы, девочки. Повеселимся. О, какие милые. Они как будто сестры. Игры так утомляют. Кое-кому пора спать. Сладких снов, малыши. А кто здесь любит сказки? День должен начинаться красиво. Как я выгляжу? Привет, кто ты? Я Кайли. Будем дружить? Еще бы, но у меня есть для тебя сюрприз. Красивые цветы для красивой русалки. Вау. Хочешь прокатиться? Тогда держись! Отличное место для пикника. О, ну уже стемнело. Как же я найду дорогу домой? Я помогу. У тебя клыки! Какая трусишка. Почему меня все боятся? Пенни, ты звезда. А у звезды должны быть лучшие кроссовки. Мамочка, ты лучшая. Как насчет танцевального батла? Тебе меня не победить. О, какая же я голодная. Здесь наверняка что-то есть. То, что нужно. За еду нужно платить. За работу, воришка. Полли, я тебе помогу. Дети, кто решит этот сложный пример? Конечно, я. К доске, Энни. Проще не бывает. Ответ 10. Энни, не зазнайка. Тишина. Молодец, дочка. Ты заслужила пятерку. Доброе утро, мир. Джейн, что ты сегодня наденешь? Как насчет этого? Мама, это все вышло из моды. Значит, устроим шопинг. Отличная идея. Мама, время селфи. Улыбочку. Сколько здесь всего? Мама, я скоро вернусь. Нравится? Джейн, ты как с обложки журнала. Мы это покупаем. Ой-ой. Мама, ты неисправима. О, я уже опаздываю. Мне пора. Здравствуйте, я еду в Мега Ворлд. Мисс Барби, мы отправляемся. Мне здесь нравится. Что случилось, Кен? Мы созданы друг для друга. Выходи за меня. Я согласна. Вместе навсегда. Не терпится увидеть твой родной город. Тебе понравится, обещаю. А вот и Тока Ворлд. Я уже влюбилась в это место. Вау, розовый дизайн, обожаю. Я знал, что тебе понравится. Встречайте, на сцене великолепная Барби. Ты лучшая. Мы тебя любим. Вы навсегда в моем сердце. А мы продолжаем концерт. Верните звезду. Барби, это был успех. Музыка моя жизнь. Это твой гонорар. И еще кое-что. Поздравляю, у тебя музыкальный тур. Вау! Это так неожиданно.
Барби, ты покоришь этот мир. Я должна подготовиться к шоу. До встречи на концерте. Как же я устала и проголодалась. Что сегодня на ужин? Пусто. Что случилось, мисс Барби? О, я такая голодная. Может, заглянете в соседнее кафе? Отличная идея, Эвальд. Устроим звездный ужин. Что желаете, мисс Барби? Мне что-нибудь сладкое и розовое. Ага. Присаживайтесь, мисс. А вот и ваш десерт. О, выглядит аппетитно. И подарок от заведения для звезды. О, как неожиданно. Спасибо. Вкусно. Да, да, я уже проснулась. Пушистик, выглядишь что надо. А мне нужно привести себя в порядок. Ага. И начнем с белоснежной улыбки. А теперь красивая прическа и капля любимого аромата. Как я выгляжу? Что бы сегодня надеть? Это уже вышло из моды. Слишком просто. А это уже лучше. Барби стиль. А как же музыкальный тур? Пора собираться. Моя счастливая гитара. И, конечно, Барби наряды. Готово. Здравствуйте, я еду в Мега Ворлд. Мисс Барби, мы отправляемся. Мне здесь нравится. Мисс Барби, добро пожаловать. Я бы не отказалась от мороженого. Спасибо. Объеденье. Кажется, я на месте. Здравствуйте. Мой номер готов? Мы вас ждали, мисс Барби. Yeah. Для звезды лучшие апартаменты. Меня это устраивает. Чувствуйте себя как дома. Не забудьте прийти на концерт. Мисс Барби, это вы? Номер к вашим услугам. Идеально. Устроим рум-тур. Барби спальня. О, как мягко. Вау, никогда не видела такой ванной. Самое время привести себя в порядок. А что на первом этаже? Ю-ху! Я чемпион! Мега Ворлд – лучшее место! А еще у меня есть личный ресторан. Вау, как здесь красиво! Привет, я Кен. А я Барби. Я много слышал о вас. Может, поужинаем вместе? С удовольствием! Концерт. Мне нельзя опаздывать. Это мой лучший наряд. И нельзя забывать о завтраке. Самое бодрое утро. О, где это я? Вы готовы, мисс Барби? Вы должны выглядеть на все 100. И начнем со спа-процедур. Сияющий взгляд – залог успеха. И, конечно, позаботимся о коже. Устраивайтесь поудобнее.
У Барби должен быть шоколадный загар. Почти готово. Как насчет массажа? Ага. Чувствую себя прекрасно. И последний штрих, мисс Барби. Что дальше? Высокие технологии на страже красоты. Такого вы еще не видели. У нас получилось? Лучше не бывает. Вы прекрасны. Удачного концерта. Мне нужно поправить прическу. Вы пришли по адресу, мисс Барби. У вас такие красивые волосы. Но они станут еще лучше. А сейчас самое интересное. Может, кудряшки? Только не это! Упс. Мисс Барби, я все исправлю. Так-то лучше. Барби прическа. То, что нужно. А теперь на концерт. Барби, ты лучше всех. Любимая, я здесь. Что случилось, Кен? Мы созданы друг для друга. Выходи за меня. Я согласна. Вместе навсегда. Согласны ли вы заключить брак? Еще бы. Конечно. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю. Не терпится увидеть твой родной город. Тебе понравится, обещаю. А вот и Тока Ворлд. Я уже влюбилась в это место. Барби, это ты! Всего один автограф. С удовольствием. Увидимся на концерте. Барби, нам уже пора. Барби, мы с тобой. Дорогая, за мной. Барби, где ты? О, кажется, мы в безопасности. Это Барби популярность. Ты звезда. А теперь домой. Вау! Вау, розовый дизайн. Обожаю. Я знал, что тебе понравится. Я покажу тебе дом. Детская? Когда-нибудь она нам пригодится. О, мне нехорошо. Барби, что случилось? Я должна кое-что проверить. О, я беременна. Кен, у нас будет ребенок. Я так счастлив. Скоро наша семья станет больше. О, какие же мы голодные. Это мои сладости. Барби, но... Это еда для малыша. Как скажешь, милая. Сладкий Барби ужин. Лучше не придумаешь. Разве мы ждем гостей? Не думаю. Есть кто-нибудь дома? Моим девочкам нужны родители. Но мы уже ждем малыша. Нам очень жаль. Тогда я поищу для девочек новый дом. Надеюсь, у них все будет хорошо.